Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. К новым торгам Джем Молл в Кирове подешевел более чем на 200 миллионов рублей. Имущество первого лота компании «Маяк Инвест», признанный банкротом, вновь выставили на торги. Они также пройдут в форме открытого аукциона. При этом начальная цена снизилась до 1 миллиарда 837 миллионов рублей. Начальная стоимость имущества должника во время первых торгов превышала 2 миллиарда рублей, пишут «Бизнес-новости» в Кирове. Проведение аукциона запланировано на 23 августа. Ранее на продажу уже выставлялось имущество первого лота, включающего 33 позиции. В их числе четырехэтажное здание торгового развлекательного центра «Джем Молл» на Горького, 5, земельный участок под ним, инфраструктурные объекты и различное оборудование. Кировская область получит 100-миллионный грант на создание образовательно-производственного кластера. Заявка региона на создание кластера машиностроения заняла 36-е место из почти что 300 участников и вошла в число победителей, которые в 2024 году получат грант. В кластер вошли 4 образовательных учреждения: Вятский электромашиностроительный техникум, Кировский авиационный техникум, Вятско-Полянский механический техникум и Вятский автомобильно-промышленный колледж, а также крупнейший предприятия региона «Лепсе», «Авитек», «Молоторужие» и «Вэлконт». На средства гранта будет приобретено современное оборудование и сделан ремонт учебных мастерских. В целом проект направлен на гарантированное трудоустройство выпускников на предприятиях, участниках кластера. В эфире «Экономика». Дополнительный легальный заработок, начало полноценного бизнеса, временная работа – всем этим может быть самозанятость. Быстрая регистрация, нет отчетов и деклараций, налоги за вас считает и каждый месяц присылает цифру сама налоговая. О других плюсах, про которые вы могли не знать, расскажет руководитель компании «Бухгалтер» и я, Татьяна Максимчук. Никаких онлайн-касс и затрат на дополнительное оборудование. Нет обязательных взносов в пенсионный фонд, как у индивидуального предпринимателя. У вас легальный доход и подтверждается справкой с приложения. Что это означает? Означает, вы можете спокойно брать кредиты. Если вам нужно подтверждение доходов для соцслужбы, пожалуйста, вы можете это подтвердить. О возможных минусах самозанятости расскажем через неделю. Если у вас есть вопросы, на которые ответ нужен прямо сейчас, задайте их специалистам «Бухгалтер» и я. Телефон 213-112. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин. Программа «Экономика».